Это торговый центр большой, построенный при Саакашвили, да? Вот нет, этот. Сейчас. Вот будет следующий, да. После Саакашвили. Посмотрим, где какой курс. Читаем. Тут находится здание правительства, тоже близко. Нам здесь, да, это правительство, дом. А вот дом, международный наш дом. Вот здание правительства мы проезжаем. Почему? Парламент, да, грузинский парламент? Да. Это грузинский парламент. И куда они его? Они же очень многие ездят. А, нет, ну официального же курса. Это понятно. Красивый проспект Шидар-Руставели. Тут находится музей. Театр оперный, построенный в мавританском стиле. Гостиница «Мариот», мы ее сейчас проехали. А это театр Руставели? Да. Это театр Шадар Руставели. Вот мы проезжаем здесь. Тут находится аллея звезд. Очень красивый проспект. Каждый дом – это памятник архитектуры. И вот театр оперы и балета – в мавританском стиле. Красивый театр, очень. Здесь на днях состоится премьера оперы Абесалома и Тери Палиашвили. Сейчас директор Нино Ананьяшвили. Он же в Москве. Да, да, Ананьяшвили, да? Вот, Ананьяшвили. Я сказала...